боксерского форума, который проходит в Сочи, является полуфинал всемирной боксерской суперсерии, где в главном бою вечера встречаются Мурат Гасиев и Юниор Дартикас. Меня зовут Екатерина Березовая, и сегодня я покажу вам закулисье шоу. Соперник был очень сильный, длиннорукий, с тяжелым ударом, и было очень тяжело с ним боксировать. А если вот выбрать из всех оппонентов, с кем вы раньше выходили в ринг, можно сказать, что Дартикас самый сложный боксер для вас? Да. Словами не передать, но это очень круто. Это только в мечтах может быть такое. Такое событие и в России, и в Сочи. Бой между россиянином Муратом Гасиевым и кубинцем Юниором Дартикасом – беспрецедентное событие в боксерском мире для России. 14 тысяч зрителей, высочайшие телевизионные рейтинги и неподдельный интерес со стороны публики. Это второй полуфинальный поединок всемирной боксерской суперсерии среди бойцов первого тяжелого веса. И сейчас можно смело сказать – это была настоящая битва в ринге. Изначально местом проведения этого боя был американский город Майами. Команда Мурата Гасиева сделала все, чтобы поединок состоялся в России. Для этого события был выбран город Сочи. Ну, мы всегда делаем так, что за 10, за 8 дней прилетаем для акклиматизации, потому что он спускается с гор. И в этот раз все было точно так же. Спокойно расселились, тренировались, отдыхали, готовились к бою. Для меня не имеет значения, боксировать дома или здесь. Я даже не могу вам объяснить, что происходит у меня внутри. Я заряжен на этот бой и жду не дождусь, когда все начнется. Потому что я хочу показать миру, что я лучший, когда нокаутирую Гасиева. Всемирная боксерская суперсерия – это новый формат для мирового бокса. Позволяет боксеру объединить все 4 главных пояса у себя и стать абсолютным чемпионом мира. В 2017 году было принято решение запустить соревнования среди двух весовых категорий – в суперсреднем весе до 76 килограммов и в первом тяжелом – до 90 килограммов 700 граммов. Поединки проходят по олимпийской системе – на вылет. Планируется, что боксерская суперсерия станет ежегодным мероприятием и будет проводиться с участием других весовых дивизионов. Видите, какой уже ажиотаж, по крайней мере, в Российской Федерации. То есть мы все поддерживаем Мурата. И не то, что мы тренируемся у одного тренера и, можно сказать, даже в одной команде. Нет, так как мы фанаты бокса, мы просто-напросто за качественный спорт. Юниор Дартикас запомнился российскому зрителю своей дерзкой манерой общения с соперниками. В частности, он обещал нокаутировать Гасиева. На деле же юниор Дартикас оказался очень дружелюбным. Активно общался с поклонниками и любителями бокса, а также посещал боксерские мероприятия, которые параллельно суперсерии проходили в Сочи. Я весь в нетерпении. Жду не дождусь, когда начнется бой. Это самый большой бой года. Я готов, моя команда готова, мои болельщики готовы. Дартикас очень сильный боксер. У него большая школа в любительском боксе. Но одно то, что он чемпион мира, это говорит о его силе. В то же время у него длиннее Мурата руки на 10 сантиметров. Мурата мы достаточно рано перевели в профессионалы. Он не имеет того количества боев, вот как у некоторых 100 боев, там 120 боев. Мы во взрослых не боксировали вообще. К слову, андеркард турнира 3 февраля в Сочи был подобран более чем весомым. В предварительных поединках выступали известные боксеры. Особенный интерес вызывала пара бойцов Максим Власов и Алан Риваджу Дурадола.
Олан Реваншу, Газ Пауэр, Дур Радолла, Максим Власа. В своих интервью Максим Власов неоднократно заявлял, что он также имеет право принимать участие во всемирной боксерской суперсерии крузервейтов. Однако отсутствие хорошего промоутера не позволило ему это осуществить. То, что я говорил, да, это все естественно так, но как бы у меня своя дорога, и независимо от того, что я не попал в эту суперсерию, я очень проводил неплохие бои, и как бы я не стоял на месте, двигался вперед, и вот сейчас как бы я в андеркарде, все равно это большое событие, которое будет видеть весь мир, и это очень хороший бой для меня, хороший момент именно для боя. Ситуация с Олан Реваншу Дурадоллой еще интереснее. После диалоги с другим известным боксером Дмитрием Кудряшовым он обрел популярность в России. Так, в июне 2017 года состоялся долгожданный для публики реванш между двумя этими боксерами. Победа в том бою открывала дорогу для участия во всемирной боксерской суперсерии. Так, Олан Реваншу Дурадолла остался в одном шаге от мирового турнира, проиграв Кудряшову. На этот раз я подготовился посерьезнее, чем ко второму бою с Кудряшовым. Я был недоволен тем, что тогда рефери остановил бой, ведь я был на своих ногах и продолжал драться, а рефери остановил бой. И вот я третий раз в России, и у меня другой соперник – Максим Власов. И завтра на кону будут стоять два пояса. Я готов и покажу все, на что способен. Также добавлю, что пояс WBC Silver, который был разыгран 3 февраля между Максимом Власовым и Олан Реваншу Дурадоллой, остался в России. Власов закончил бой досрочно в связи с отказом соперника продолжать поединок. По сути, обладатель пояса WBC Silver может претендовать на полновесный чемпионский титул. Но когда это произойдет, неизвестно, потому что им на данный момент владеет другой участник суперсерии крузервейтов, украинец Александр Усик. Этот титул он завоевал в другом полуфинальном поединке, который недели раньше прошел в Латвии. Местный боксер Майрис Брейдис уступил в очень близком бою и выбыл из участия в суперсерии. Это один из лучших боев, что я видел за очень долгое время. Брейдис, и я горжусь им, проиграл в очень конкурентном, близком бою. У него отличное будущее в WBC, и я уверен, что он станет чемпионом снова. Будет ли он обязательным претендентом на мировой титул? Мы рассмотрим это, когда закончится турнир. Многие говорили, что бой закончится в 7-м раунде, но даже сам Усик сказал, что он ответил журналистам, что вы думаете, я вышел с мальчиком, который там занимается два месяца боксом и должен бокс закончить. Нет. Конечно, Марис готовился и настраивался, и готовился под левшу, как бы Усик левша. Скажу еще раз, они достойны быть оба чемпионы мира. Оба. Даже не могу никак разделить это. Это был отличный бой. Судьи выставили то, что посчитали нужным. Но я думаю, что Брейдис выиграл. Это был потрясающий поединок и для дивизиона, и для всего турнира. Бой между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикасом состоялся в Большом ледовом дворце, который расположен в Олимпийском парке. Именно здесь, во время Олимпийских игр в Сочи, проходили основные хоккейные матчи. Зрители съехались со всех концов России, но большая часть болельщиков была, конечно же, из Осетии. Люди прибыли поддержать своего земляка. Хороший человек, добрый, откровенный и хороший боец. То же самое, он еще осетин, а мы поддерживаем своих. Харизматичный человек, да, на самом деле. Он простой, скромный парень на самом деле, и его любит народ. Он очень скромный человек, очень скромный. Это его очень сильно украшает. И дает ему такую силу и такую энергию, которая просто соперники не могут устоять перед ней. Мурат чемпион! Мурат чемпион! Многие болельщики отмечали невозмутимое спокойствие Мурата. Это подтверждали и члены его команды. У него устойчивая психика, он прекрасно справляется.
Он не на пике. Я вам скажу, он молодой, только исполнилось 24 года, так что он на пике будет 28-30 годам. Он очень популярный в мире бокса, вообще в мире спорта, потому что благодаря тому, что сам человек очень хороший, приятный, всем нравится. Ну и успехи уже для своего возраста, у него довольно внушительные успехи в боксе. Честно сказать, я никогда не поддаюсь эмоциям и особо не слышу то, что кричат болельщики. В основном слышу свой угол тренера и тех людей, которые мне всегда подсказывают. Вот. Ну, бывают, конечно, моменты, когда и трибуны слышно, но в основном я их никогда не слышу. Атмосфера в зале была просто невероятная. Это трудно передать через экран. Публика приняла на ура, когда ринг-анонсер суперсерии Дэвид Диаманте обратился к ней на русском языке. Регламент боя 12 раундов. Превосходная техника обоих боксеров свидетельствовала об уровне поединка. Два чемпиона мира встретились в ринге для того, чтобы выяснить, кто же из них сильнее. Мурат – это панчер, типа Головкина. Он может вывести из строя любого. Дартикас – высокий, активный и атлетичный. Более опытный. В принципе, тоже панчер, но я думаю, что у Мурата удар жестче. Тут настоящее столкновение стилей. Вообще, этот бой напоминает мне поединок Рокки Марчиано против Джо Луиса. Рокки Марчиано – сильный итальянский парень. Джо Луис – черный парень, который побеждал Макса Шмелинга. Ну и в итоге Марчиано выиграл. Так вот, я сравниваю Марчиано с Муратом, Джо Луиса с Юниером. В углу Мурата Гассиева работал его бессменный тренер Абель Санчес, который признан лучшим тренером мира. Именно с ним Гассиев завоевал титул чемпиона IBF в 2016 году. Я думаю, что самая сильная сторона Мурата – это его психологический настрой. Он так сконцентрирован на том, чтобы быть лучшим, насколько может. С таким, как он, легко работать. Также стоит отметить, что на момент участия во всемирной боксерской суперсерии Юниер Дортикас владел титулом регулярного чемпиона мира по версии WBA. Поясом суперчемпиона обладал известный российский боксер Денис Лебедев, который не стал принимать участие в турнире крузервейтов по семейным обстоятельствам. Однако по правилам организации только суперчемпион может объединять пояса. Поэтому учредители предложили Лебедеву и его команде специальные условия. На данный момент он временно находится в статусе чемпиона в отпуске, но по окончании турнира команда Лебедева начинает переговоры с победителем суперсерии по бою за титул суперчемпиона WBA и за все остальные пояса дивизиона. Сейчас на ваших экранах начало 12-го, заключительного раунда. Эта трехминутка стала самой драматичной за весь поединок. Именно в этом раунде Мурат Гассиев трижды отправил кубинца в нокдаун. Рефери поединка остановил бой после третьего нокдауна Дортикаса, засчитав поражение техническим нокаутом. Великолепный поединок, отлично все прошло. Публика крутая, поддерживает отлично. Просто меня чуть-чуть тут разорвали. Ну, все отлично, спасибо организаторам. Великолепный поединок. Я рад, что уже состоялись два полуфинала, да. Мы знаем, кто будет боксировать в финале. Мы приблизительно знаем, когда это будет. И нам придется чуть-чуть подождать. И мы будем наблюдать его величество бокс. Александр Усик прибыл на бой Гассиева и Дортикаса, чтобы сразиться с победителем в дуэли взглядов после проведенного поединка. Как и ожидалось, боксеры с большим уважением отнеслись друг к другу. Один из сильнейших боксеров тяжелого веса, олимпийский чемпион, чемпион мира по профессионалам, по двум версиям, не имеющий поражений, очень хорошая школа. И
воспитанный молодой человек. Когда выходил Дартика с Юарки, да, он там начинал говорить какие-то вещи, там про нокаут и так далее. Здесь у вас обмен улыбками, где был накал страстей? Бокс, наверное, это спорт джентльменов. Мы уважаем друг друга. И я думаю, тут агрессии нет места. Как бы официальная часть прошла, серьезные лица для фотографии, все, потом улыбнулись, пожали друг другу руки, пожелали удачи. На финальной пресс-конференции юниор Дортикас не смог справиться со своими эмоциями, однако он пообещал вернуться и надеяться на реванш. Я чувствую, что расстроил своих болельщиков на Кубе и тех людей, которые болели за меня в Майами. Я хочу бой-реванш. По словам Мурата Гассиева, он некоторое время проведет во Владикавказе, где отдохнет и побудет со своей семьей. И вскоре вновь приступит к новому этапу подготовки. Финал уже не за горами, он состоится в этом году, в мае, в Саудовской Аравии. На ваших экранах на данный момент кадры любительской съемки. Это Владикавказ встречает своего героя. И вы видите пробку по направлению в аэропорт, куда прибыл Мурат Гассиев. Каждый астинт, для каждого астинта, он на сегодняшний день является как бы этим героем. А для этих, для мальчишек, для спортсменов, для юношей, он вообще кумир.